Все, пригнали в Туапсе, еле нашли место, где припарковаться. Ненавижу. Просто здесь очень большой торговый центр. Вот, Снежана здесь ни разу не была, как бы сейчас я покажу. И тут очень большой торговый центр. А я все равно даже не поняла, где я нахожусь. Да, вот же автовокзал. Вот, автовокзал. Вот там автовокзал. Здесь и ДНС, здесь и мебель, здесь и игрушки. Это здесь... улица какая? Гагарина? Да, здесь центр. Подожди. Парковаться так страшно, меня уже увозили. Рассказывала, да, как-то? Чем идем? Идем ищем эту, где? А, вот он, планета-то. Очень огромный магазин одежды, мужской, женской. Одежда, обувь, мебель здесь. Здесь во дворе обои очень большой цвет. В общем, сейчас здесь ходим, ДНС. Узнаем насчет полиса и потом в эту планету. Столовая, где можно так уж спрятаться. Нам далеко идти? Нет, вот. Я так понимаю, это вот... Вот же стоянка освободилась, представляешь? Гагарина 7. Сейчас, подожди. Так, вот это здание или вон то, подожди. Должна быть вся вывеска, должна быть. Ищем. В общем, я сегодня счастливая обладательница иного медицинского полиса. У меня полис был еще, оказывается, Екатеринбург. Я же как бы как оттуда приехала. В общем, сейчас я полноценный житель Краснодарского края. Больной тоже полноценный. А? Ну, полноценный больной, да. Ну, что это я больной-то? Я полноценный здоровый. Все, идем. Идем в планету. Лена Васильевна нас ведет. Первый раз я здесь. Куда, на второй этаж? Там мебели везде полно, денег столько нет, сколько она сейчас стоит. Очки, почем здесь я? Больная по очкам женщина. Ой, какие вот эти клевенькие. Я их выбираю, причем все практически одинаковые. Сколько они стоят? 600. Ну, 500 всего. Вот. Эти штуки смотри. Прямо мешают мерить. Что мешает? А, эти штуки. Ну. Смотри, какой бок. Сейчас. И что, ничего, вот эта штука мне очень мешает. Сейчас еще посмотрим. Очки называются. Все в розовом цвете. Голословно снимай розовые очки. А в прямом смысле слова. Лена, сними розовые очки. Сними. Девочки мне часто говорили. Лена, Снежана мне говорит, сними розовые очки, пожалуйста, девочка моя. И вот, наконец-то, я могу. Где ты их взяла, девочка моя? Розовые, хоть куда вот книги где-то есть свободно. И еще часы одни какие-то увидела. А ты опять наподобие. Те же, что у меня были, у меня все очки поломались что-то. И мои дежурные вообще уехали. Нет, хорошо. Мои дежурные уехали в станицу, которые лежали в машине. Они сбоку очень классно смотрятся. Вот такая сбочка. Видите, железячечка такая в. Еще сейчас какие-то. Ну-ка, держи вот эти. Еще какие-то я одни узрела. И все, и потеряла. Так, ну какие? Еще поменьше, поменьше, лучше такие. Не-не-не. Вот такие, такие подобные что-то. Сейчас, подожди. Зачем они вот, да, как-то эти, куда-нибудь хоть бы, вот как я должна определить, подходят они мне или нет? На второй глаз, да? Ну, эти очки, по сравнению с тем, что мы смотрели в Ольгин, 400, да. Ну-ка, что это они идут-то? Все идут. 399 рублей цена. А вот еще кругленькие, вон, тебе хотела померить, но они опять же... Опять же, с этой биркой. Они небольшие очки. Они, смотри, у меня сваливаются. Вот такие еще.
Господи, я придурочная по этим очкам. Ну подай еще раз по мне. Они остались у меня сюда. У меня поширше морда-то. Да? Конечно, пошире. Ты много кушаешь? Нет, жишь. Нормально все? Берем. Я выбрала за 300, а ты за сколько очки? У меня-то за 300, 299. Тоже. Тоже 300? Да. За дешевле. В общем, экономия должна быть экономной. Ну все, идем смотреть костюмы. Лена говорит, какие-то новые. Ты вот это имеешь в виду? Ну да, ну это, знаешь, так, моделька уже более интересная. Для молодежи. Это у меня короткая такая штука. Ты за какой красивый, черненький. В чем тут короткий? Ну, так, модель такая. Давай померить возьмем. Смотри, какой прикольный. А где они висят вообще? Сейчас пойдем в костюм. Мы снимаем на видео, на видео. Привет, привет. Аврора, мне цвет нужен. Вот такой костюмчик 1900. Вот такие штанишки. Современные, да. Он тебе длинноватый будет, я тебе сразу скажу. Надо померить. Нет, где это, мне вот это нравится тоже. Ну, это на с лето. Коротким рукавом. Куда на я лето, в нем? На лето. Это я беру сейчас, чтобы одеть. Смотри. Ну это тоже вот это вот сейчас вот не походить, а мне надо, чтобы сейчас одел и пошел. Версачи. Ну что, берем? Ну вот сейчас костюмы пойдут, они где? Вот они костюмы. С той стороны все в костюмах. Это с коротким рукавом. Так, Версачи мы не рассматриваем. Нет, Версачи не хочу. Это обычная олимпийка. Ребят, каких только нет. Так, вот костюм у тебя тоже хороший, смотри. Но надо взять 2-3 штуки. И качество, но их нужно искать, они где-то висят. Мы же пойдем при этом. Ну да, да. Они висят однозначно. Вот зеленый костюм, пойдем. Чего только нет. Какие-то велюровые. Такие платья там висят солидные. Вот надо же, кто-то ведь люди носят такие платья. Она набрала 5 вещей. Вот зачем беру белое, сама не знаю. Ну надо. В общем, начинаем мерить. Начинаем вот с этого черного костюма с белым. 48-й. Это большеват длина. Видишь, рукава? Снимай рукава и штаны, ты же не подошьешь. Хорошо, сейчас так. Пузо вину, Василий. Кофточки подлиннее. Все, меряем следующий. Так-то, в принципе, да? Ну, как у пирологи. В общем, 44-й, видимо. Я переживаю, что я толстая. В общем, какая не толстая. Меряем дальше. Так, второй лот. Беру 48-й. Они мне все какие-то. Это, Лена, мы последний взяли, да, вот этот зеленый? Да. Меньше-то нету, да, размера? Такой весенний, такой, ну, неплохо. Вот это вот самое главное. Весенний. Шнурок, конечно, укрутить надо. А штаны можно вниз подрезать, резинку вставить и отдать. Так он там, кофточка же тебе классная. Вот так вот сейчас. Да, так,
Вот это как бы ничего, но... Так, пока вот этот отложим. Мне очень нравятся белые вещи. Вот я взяла. Как-то... Да, Лена, не прикрывает. Я пока не похудела. Ну, и вот это мне очень еще понравился костюмчик. То, что доктор прописал, тут утягивается, не утягивается. Лена, мне понравился вот этот. Вот же. На меня смотрим. На меня смотри. А не по сторонам. А ты другое одела? Ну, конечно. Я думала, тут же зеленый медведь. Нет, это с коротким рукавом. Это оригинальное. Это посвежее. Давить? Этот лучше тебе. Такой нарядный. Да, тут более объемный, а этот прям по тебе. Нет, этот лучше. Он тебе больше даже такой блесточки, что подходит. Ну, этот вот сейчас, он, видишь, с короткими рукавами. И что? А тот-то вот как бы сейчас ходить. В общем, решила взять два костюма. Один на сейчас, один на лето. Не так часто я себе что-то позволяю. Купальников тоже, девочки, каких только нет. 799. Ну, какой нарядненький. Такой вот. Ну, все как я люблю. С блесточками, с болтушечками. Вот наподобие, как у меня. Тоже такой. Сколько он стоит? 46-й. 1149. У меня качество немножко другое. В общем, выбрать можно из чего. И вообще, я поняла, что никакая не толстая. 48-й, а не раз даже 46-й. 46-й мне большой размер. А что говорила? Возьми 48-й. Ты что, мне маленький 48-й? Я 50, говорю, мне 50. Ага. Мне 48-й как раз. Ну что, еще пойдем обувь глянем и погоним. Так, что еще? Так. Вот такие вот туфлищи. Не знаю, кто сейчас на них ходит. Не знаю, девочки. Но это 2,5. Ё-моё. Ну как в них ходить-то? Говорю, даже моя Аришка сказала, о нет, все. 26 лет ей. Ну, вот эти вот хорошенькие. Всего 1349. Ну, каблук, конечно, тоже уже для женщин 45 плюс-минус 10. Ну, классные. Ходила я когда-то. Ходила. 1349. Прям вот один в один у меня были. Ведь ходила, не вздрагивая. Красота, конечно, да. Прям завидую, кто еще может на такой красоте походить. Так, ну, мы сейчас посмотрим спортивный костюмчик. Хотя у меня тут-то есть там дома тапки. Если я не найду, то ничего подходящего, ничего брать не буду. Разорилась, два костюма за 3,5. Что-то меня не вдохновляют. Что ты кеды выбрал? На лето-то мне делать.
Ой, такая вот эта вот билибердистика. Вот эти у меня такие были, я их выбросила. В них очень тяжело. Не знаю почему, но в них очень тяжело. Так, я вот там видела какие-то сетчатые. Такие колошки все. Там где-то я вот здесь. Вот эти, что ли, я увидела? Нет, эти тоже бахилы. Целые. Ну, цены вот 900 рублей. В основном. Ну, вот же. Это мой вариант. 3249 золота, бриллианты. Шучу. Нет, конечно, хочется что-нибудь... Легкое это для молодежи. Вот такие они все переливаются. Все это поотваливается. К чертовой матери. А вот эти вот все на резиновой. Или непонятно на какой подошве. Ну, зачем модно? Ну, так. Матушка. Ну, они, кстати, так-то классно. Я такие, помнишь, у меня были белые. Я износила же. Ты износила их уже? В усмерть. Ты что? Ну, они, опять же, это вот сейчас надо покупать. Ну, так-то вот они... Но большие. Легенькие, да? Да, легенькие. У меня были наподобие, как носочки их одеваешь. Все, завершаем наш шопинг. Вот такими чебуреками. Тут на рынке. С мясом. Что, вкусно? Тесто тоненькое. Мяса много. Это рядом, рядом с ЖД вокзалом. Ну все, и гоним домой, устали, как будто легче смену отработать. Но я не устал. Все, всех вас очень люблю. Лена Васильевна зовет меня еще мясо жарить. Посмотрим, сказал слепой. Пока-пока.